В минувшее воскресенье тушить горячий частный дом за Камой в деревне Лызи, что в 80 километрах от Соликамска, были направлены 8 единиц техники и 25 пожарных. В результате пожара жилой дом, а также надворные постройки были полностью уничтожены огнем. В ходе разбора завалов внутри строения на полу были обнаружены останки двух несовершеннолетних детей, 2 и 4 лет. На месте происшествия после огнеборцев работала следственно-оперативная группа и эксперты испытательно-пожарной лаборатории МЧС, чтобы определить причины пожара. Предварительной причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Также следствие не исключает такие причины возникновения пожара, как детская шала с огнем, а также нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Также в ходе проведения проверки органами следствия было установлено, что несовершеннолетние дети были оставлены дома одни без присмотра родителей, а родители в этот период времени ушли в магазин за продуктами. Отметим, этот пожар уже 4-й в регионе с начала года, в котором погибают дети. На одном пожаре у нас погиб один ребенок. И на 3 пожарах у нас была гибель групповая по 2 детей. И хочется обратить внимание, что последние пожары происходят как раз в семьях, которые не ведут асоциальный образ жизни. То есть это благополучные семьи, которые не состоят ни на каких учетах. В МЧС призывают родителей быть бдительнее, не оставлять детей одних, если в доме топится печь или работают электроприборы. Как показывает трагическая статистика, от роковой случайности не застрахован никто. Антон Старостин, Михаил Марошкин, телекомпания «Соль ТВ».